могу, я не могу, я не могу без тебя. Доброе утро, доброе утро. Сегодня воскресенье. Выйдем на дачу. Проведать собачек, покормить их. Кошечек. Проверить дачу и потом обратно днем. Прогнать принтер. Величественный порт Баку с магазинами, с домами. Оказывается, на ярусах домов там целые сады. Я даже не знала. У нас два пути. Один через Бетонку, Белый бульвар, Белый город, бульвар Белого города. А второй путь через аэропорт. Он более интересный. Поедем через аэропорт. Вот где были фонтаны. Сносят фонтаны. Идут строительные работы. Мощные причем. Нас что-то ждет очень красивое. Неужели будет что-то красивее, чем были эти прекрасные фонтаны, которые переливали всеми цветами радугами вечером, радуги вечером? Посмотрим, посмотрим. А вот они соединяют это все. И это будет расширять, наверное. У нас такая подборка музыки ретро. Не только ретро. Как будто мы возвращаемся в нашу далекую, молодость. Замечательную молодость. Кто поверит, я и а, это уже не ретро. Она счастье то ли на беду. У меня сын пятница грешен. Я пропустила от неожиданности, я даже не сняла. Где справа вот на повороте велись работы, сейчас там садик. Хорошенький садик. Сейчас сниму в следующий раз. Как все быстро строится, не успеешь оглянуться и садик. Как царевна лебедь на полу. Махнула правым рукавом, разлилось озеро. Махнула левым рукавом, поплыли лебеди по озеру. Так и у нас. Только что там был забор, и уже раз и садик. Приезжаем к нашему замечательному экспоцентру имени Гейдара Алиева. Надо обязательно пойти на экскурсии, посмотреть все экспозиции, которые там представлены, и снять. Удивительно, он похож на какой-то фантастический инопланетный корабль. И вот мы въезжаем на проспект Гейдара Алиева, и скорость 90 километров. Какой русский не любит быстрые езды? Мы спорим, что я считаю, что надо включить фары. Потому что так машина лучше обозначается на дороге, очень громко музыка. В России везде, во все, любое время суток там обязательно должна быть машина с фарами. Багировский мост. Здесь как мелодия есть. И сейчас будет 120. Куда-то едут в воскресенье.
совсем не спится. На даче едут все. Ну на даче, кто по делам, кто в гости, кто из гостей. Погода замечательная для зимы. Снежок пошел, порадовал, но не лег. Дорога чистая. И за город едет народ, и из города едет народ. Когда оператора везут, он может снимать все, что ему нравится, а ему нравится все. Красивые заборы построили вдоль трассы. Не как попало, а вот они такие художественные, с фонариками, с воротцами. Многочисленные хозяйства, в которых продаются самые разнообразные растения и экзотические. И кусты, и цветы, и деревья, и пальмы. Все что угодно. И всевозможные украшения для сада. Кувшины, скульптурные такие вот композиции. Покупаю, украшаю свой сад. Лепешки нарядные. А вот развлекательный центр Кута. Чист, простота.
все растет. Там пресная вода, поливаешь, все растет. А у нас зря и вода соленая, и почва, стала, да, и почва соленая. Поэтому я столько всего сажала, столько денег потратила. Все погибло, все. Остались оляндры, сосны, больше ничего. Повороту на Кала. Добавляем скорость. Здесь Халал Маркет, Рафат. Все продукты. Сладости, продукты, но не продается спирт. Спиртное не продается, да. Ну, нам спиртное не нужно. Сейчас мы проедем интересное. Интересный музей под открытым... Ой, как громко, сейчас, секунду. Интересный музей под открытым небом. Такие пальмы огромные продаются. Просто очень. 5 тысяч долларов. И может быть 5 тысяч долларов. 5 тысяч долларов. Ведь я лично не видела. Это вот муж говорит, что 5 тысяч долларов. Я не верю. Пока я сама не увижу. Вот такие. Как называется этот вот под открытым небом? Дальше. Камней, что-то такое. Наш музей. Какая красота, смотрите. Как будто мы попали. Вывеска есть. Стоунхендж. Ух ты, ух ты. Это ресторан. Там. Бах. Бах богат Саркази. Айс принесет нам удачу. Дорогу уже открыли окончательно, сделали разметку, поставили указатели скорости, здесь 100 километров. Очень здорово. Но не поставили фонари еще. Фонарей нет, ничего страшного, не возвращайтесь поздно. Зимой темень здесь такая. Вот, красная дорога, чистая, густая, езжай себе с практически от самого дома, вот этот кусочек по проспекту Гейдар-Алиева, 90 километров, и от станции Кёрофлы пошло 120, и от поворота 100. Вот такой у нас очень хороший вот этот 101 Хардават, чудесный магазин. Здесь и мебель, и продукты, и хозяйственные вещи, все очень дешево. Но мы остановимся в биомаркете. Чендлер, вот Чендлер, он вытеснил Бонни. Развалился. Ну-ка, подвеси немножко, не могу его снять. Вот они тут у меня на коленях сидят. И Бонни задавили прям его. Чендлер это который черненький, а Бонни который маленький в красненьком свитерочке. Уже везде продают саженцы. Уже в конце февраля, в начале марта самое лучшее время для посадки новых молодых деревьев на наших дачах. Вот. А потом уже начинается сокодвижение, уже будет поздно. Так что поспешите, кто хочет облагородить свой сад, посадить будущих своих друзей, которые будут согревать его, нет, не согревать, наоборот, дарить ему тень.
тень в жаркие дни. Покупайте саженцы, вот они везде-везде продаются. Вот мы проехали перекресток. Называется перекресток четырех дорог. Да, перекресток четырех дорог. Левая дорога ведет на Мардакян. Туркян. Левая, Туркян левая. И Гала, город и этот... Левая на Мардакян уже ведет, вот туда, с той стороны, разве нет? Шувеляна. Ну, Шувеляна, то есть уже не Мардакяна начало, а вот Шувелянский, на уровне Шувелян, короче. И этот самый, как это, Туркяны, Шувеляны, Артем, город. Да. Четыре направления. Вот такая вот, вот такой экскурс. Маслиновое хозяйство. Ну, маслины такие бедные все, замученные. Хорошие масла. Хорошие разве? Их не надо поливать. Ясно. Маслиновое хозяйство. Проект. Тут хорошая заправка. Нормально. И вот мы подъезжаем к военному городку. Здесь военно-воздушная академия Азербайджана. Здесь? А где она находится? Вот здесь вот. Военно-воздушная академия Азербайджана. Значит, вот здесь военно-воздушная, а там гражданская бина академия. Это военно-воздушная академия. Вон она видна. А это военный городок. Такая музыкальная поездка. Тоже очень хорошая песня. Черт с ними, за столом синим поем, пляшем. Кобзон. Под ними эту чашу тянутся. За детей наших и скинем. Под ними, искине, с головы иней, под ними. Справа и слева целые города теплиц. Розенбаум. Биомаркет. Хороший магазин. Здесь хорошие продукты, все тоже недорого.
И рядом очень дорогой Central Electric. Central Electric, это очень там все дорого, безумно просто. И безумно дорогой цветочный. Правда, очень дорого там. Ну там такие экзотические цветы, все безумно дорогие. Ну, такое большое у них хозяйство, типа парк. Ну и все, и мы уже приближаемся. Вот такие теплицы вообще грандиозные. Целые дома тепличные. И мы уже приближаемся к повороту на Зыря. По обочинам дороги посажены несколько рядов. Кипарисики такие разлапистые, пушистые. Наш рыбный ресторан «Гала», где мы уже снимали не раз вкусные рыбные обедики. Все, мы приближаемся к повороту с высокими заборами теплицы. Наша заправочка, и мы поворачиваем. Эко-парк, где мы тоже не раз снимали. Замечательный эко-парк, потрясающий совершенно. Когда будет тепло, мы сюда придем еще раз и поснимаем. Вот наше селение Зыря. Видишь, вон начало, вон конец. Вот эта территория, которая освобождена слева, она предназначена для постройки грандиозного консервного завода. У нас такая аллея ведет к поселку. На ней 60 километров, нужно быть осторожным. Здесь стоит. Боже мой, как называется, забыла. Боже мой, который ограничен. Знак ограничения скорости. Вот мы уже въезжаем, тоже теплица. Говорят, Лужковский, не знаю, насколько это верно. Мы въезжаем в Зыря. Наш поселок Зыря. Потрясающий поселок. А, я забыл сигареты там. Елки-палки. Дело в том, что... Чистенькая, аккуратная. Много-много овощных лавочек. Можно все купить намного дешевле, чем в городе. Вылез и смотрит туда. А я еду с этой стороны. Может, ориентирует поведение народа на дороге. Ну так же нельзя. Сейчас мы здесь остановим, посмотрим. Мы должны кое-кому купить сигареты, и мы забыли. Какая пальма там красивая. Кстати говоря, вот эти пальмы, они вырастают из косточек. Ой, снег летит. Вот когда покупаете хурму в коробочках, вы можете эти косточки сажать, и вырастет вот такая пальма. Представляете? Просто фантастика. Саженцы продают. Собаки. Муж пошел за сигаретами. Кто там в окошке? Посмотри, кто там? Чиндер, смотри. Собачки контролируют ситуацию. Никто не может подойти к машине незамеченным. Никто. Помнят свет.
воспользуюсь случаем и расскажу, как звать моих собачек. Черненький – это Чендлер. Он назван в честь Чендлера из сериала «Друзья». Кто не видел, посмотрите. А Бонни назван в честь «Каникулы Бонифация». И «Ба Бонифация». Кто не видел этот мультфильм, посмотрите. Ну вот, звучит замечательная песня. Золотого голоса человечества Муслима Магомаева. Все, все купили, что надо. Едем. Вот видите, тут продают саженцы. Очень удобно. Их продают. Корни неповрежденные в земле и в кулечке внизу так закручены. Так что вы можете, не повреждая корни, но это надо еще уметь распознать, старый, не старый. Вот видишь, хорошо разбирается. Отменный садовод. Это посвежее, уже видно по стволам, они такие светленькие. У нас больница Зырицкая. Очень хорошие врачи, хорошие специалисты. Замечательная больница, новая, с хорошей технологией. А это дворец сейчас. Там, в общем, вот здесь вот территория, похоже, огорожена. Больница поселка Зыря. Тогда, когда еще был мир, дружба между всеми нами. Ничего, все когда-нибудь наладится. Будем надеяться. Я по плану хочу сделать борщ. В том биомаркете мы купили овощи, а мясо решили купить все в селении. Посмотрим, что за мясо здесь. Ну все, на этой радостной ноте мы заканчиваем наше видео о сегодняшней поездке на дачу. Сейчас мы завернем и попадем в наше хозяйство. До свидания, до новых встреч, друзья! Надеюсь, вам интересно было проехать вместе с нами. Пока!